Всем доброго времени суток, это Gadget X. Недавно представленный OQTEL K6 относится к классу долгоиграющих смартфонов. Он оснащен большим аккумулятором емкостью на 6300 мАч. Помимо этого в аппарате установлен 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18 к 9, 8-ядерный энергоэффективный процессор Helio P23 и 6 ГБ оперативной памяти. Чтобы показать, как это все работает на практике, производитель снял на видео тест автономности смартфона. В рамках теста на полностью заряженном OQTEL K6 запустили онлайн игру. При этом громкость и яркость были выставлены на максимум, а аппарат подключили к сети Wi-Fi. За 30 минут насыщенных баталий он сел всего на 1%. Еще за полчаса заряд опустился до 93%. После следующих 30 минут игры на смартфоне осталось 87% заряда. Технические характеристики OQTEL K6 такие. 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей, соотношение сторон 18 к 9, 8-ядерный процессор MediaTek Helio P20 с тактовой частотой 2 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 64 ГБ с возможностью расширения, двойная основная камера с сенсорами на 21 и 8 мегапикселей, двойная фронтальная камера с сенсорами на 13 и 8 мегапикселей, аккумулятор емкостью 6300 мАч с поддержкой быстрой зарядки, комбинированный слот для двух сим-карт, поддержка 4G, модуль NFC есть, сканер отпечатка пальцев и функция распознания лица. Операционная система у нас Android 8.1 Oreo.